Итак, нож Стингер, нержавеющий стали. Вот такой вот ножичек. Нож полностью из стали сделан. Сталь, вот здесь у нас какие-то пластиковые накладки, достаточно цеплючие. Может быть, даже этот G10, вот такие небольшие. Покрыт он, значит, такой неприятной краской, с какой-то скукоженной. Ее специально, видимо, скукожили. Вот. Нож вот такой вот, достаточно странной формы. Давайте я его с крысой сравню. Вот. Значит, давайте его взвешу. Весит он где-то 160 грамм. Вот. Нож в руке очень удобен. В руке он очень удобен. Рука у меня, например, пальцы ложатся прямо вот в эти выемки. И нож прям очень удобен в руке, классный в этом плане. Написано, что он сделан из 440-й стали. Вот, нож, давайте вот я покажу этот Стингер. Покрыт он вот этой же неприятной, давайте, совершенно некачественно покрыт вот этой вот краской. Видите, вот здесь вот какие-то остались какие-то куски краски залипшие. Вот, с этой стороны получше покрыто. Вот, я думаю, насчет стойкости тоже не могу сказать ничего. Не пробовал этот нож. Вот. Ну, ощущение вот, дешевизны, конечно. Ну, собственно говоря, этот нож стоит рублей, наверное, 400. 400-500. Это где-то там 12, там, 13-14 там, долларов. Вот такой вот ножик. Здесь была клипса. Да, сейчас я ее принесу. Вот клипса. Она крепится вот таким вот образом. Я снял ее, пытаясь там на другой нож он, возможно, подходил. Ну, пробуя, подойдет ли он к другому ножу. Она не подошла. Достаточно высоко нож торчит из кармана в этой клипсе. Так что, в общем-то, вот, кстати, с другой стороны она не покрыта краской. Вот, поэтому она, в общем-то, для меня оказалась бесполезной. Вот, поэтому, если вы хотите купить хоть какой-нибудь тоже ножик, то, в принципе, можно его покупать. Он, в принципе, тяжеловат, но очень удобен. Он очень удобен, и что мне не нравится, это вот эта вот черная краска. Вот эта какая-то неприятная. Наверное, надо покупать без покрытия, особенно китайского. Да и, в общем-то, покрытие – это вещь ненужная. Совершенно ненужная вещь, она придумана для определенных целей, чтобы нож не блестел в темноте. В общем-то, это обычному обывателю совершенно не нужно, да и это нужно только специфическим спецподразделениям и каким-нибудь, не знаю, нечистым на руку людям. Вот. Вот такой вот нож, просто... Как бы я рассказал про него, если вдруг вы увидите его или там случайно вы будете знать, что это такое.